Карьера развивалась на удивление успешно и стремительно. Головкина быстро стала ведущей солисткой, а потом прима-балериной. Она никогда не робела на сцене, держалась уверенно и смело. Даже самые виртуозные балетные па в ее исполнении были направлены на выявление образа героини, ее характера. Может быть, поэтому одной из самых любимых партий стала Раймонда. Она была очень сильная танцовщица. Она делала великолепно. Потому что если Головкины сказали бы сделать 64, она бы сделала эти 64. Но настолько она была технически очень подтянута. Такое количество суеты, да еще в таком темпе. А поклонники были в большом восторге. Партию Ники и в Байдерке Софья Головкина готовила с самим Федором Лопуховым. Он учил ее особой грации, выразительности рук, утонченной гибкости тела. Она танцевала на сцене Большого с 1933 по 1959 год. Приходилось выдерживать сильнейшую конкуренцию, ведь рядом были такие балерины, как Марина Семенова, Галина Уланова, Ольга Лепешинская, Майя Плисецкая. Но даже в таком созвездии имен Софья Головкина сумела сохранить свою яркую артистическую индивидуальность. В ноябре 1943-го по приглашению Сталина Софья Головкина отправилась в Иран. Добираться туда в годы войны было чрезвычайно сложно и опасно. Но ее никогда не пугали трудности. С блеском танцевала она перед участниками знаменитой Тегеранской конференции свою любимую Раймонду. ¶¶